Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаєм». Програма «Це вас хвилює». Студія працює Марина Шкарупська. Я рада вас вітати. Доброго дня вам. Залишайтеся з нами, тому що сьогодні ми дізнаємося багато цікавого. Наприклад, чому ми хворіємо. І піде мова не про здоров'я, просто імунітет, а про наш психологічний імунітет, так би мовити, про психосоматику. Що це таке? Довідуємося разом, отже, залишайтеся біля телеекранів. А я рада вітати в нашій студії Ольгу Алексєєнка, психолога-психотерапевта. Доброго дня. Здравствуйте. Ольга, ви завжди нам розказуєте дуже багато всього цікавого, і ми узнаємо себе від вас. І я анонсувала нашим уже зрителям, що сьогодні річ піде про психосоматику. Що це таке? Щоб розуміли ті, хто перший раз об этом слышит или слышали, но где-то отдаленно. Психосоматика – это заболевания тела, связанные с психологическими проблемами. Если даже расшифровать слово «психосоматика», «психо» – это душа, «сома» – это тело. То есть заболевания, связанные с нарушением психического нашего состояния. То есть мы часто очень можем болеть, и наше тело может Может, болеть из-за нашего душевного но состояние, состояния. да, факторы, которые влияют на это. Именно психологические факторы, которые влияют на заболевание тела. А как это различить, что это не просто каждая болезнь, которая существует в там энциклопедии медицинской, она связана с нашим психологическим состоянием. Как это психологи связывают? Ну, еще древние врачи, например, Авиценна, тоже замечали еще с древних времен, что на заболевания человека влияют какие-то психологические факторы. Когда я ну, вот занималась очень долгое время психосоматикой и психосоматическими заболеваниями, то можно вывести такую формулу в процентном соотношении. То есть у человека 10% это его здоровье, то, что дала природа или генетически предрасположенность. 40% – это душевное состояние. И 50% – это окружение человека. То есть Ничего себе, наше здоровье на 50% зависит зависит от от того, что нас окружает. окружает. Это Да. люди или это предмет, или что это? Это люди. 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 Конечно, мы взаимосвязаны с людьми, мы взаимосвязаны в обществе, потому что наши, получается, мы, как человек, вот конкретный человек, является средним арифметическим с 5 людьми, которыми он общается. То есть он от каждого человека берет что-то себе, общаясь с человеком. Если негативное какое-то общение, он этот негатив берет на Тянет на себя. себя. Позитивное тянет на себя тоже позитивные какие-то эмоции там это. И в таком случае вот еще особенностью психосоматических заболеваний является то, что это заболевание либо не диагностируется официальной медициной, да, или медицина беспомощна. Бывают такие случаи, что медицина беспомощна. Сколько мы не лечим, но никак не могут вылечить человека. То есть, если так посмотреть, если человек находится в таком негативном вакууме, да, вот в Да. социуме, где идет негатив долгое время, то рано или поздно следует ожидать каких-то болезней. Конечно, конечно. А как-то взаимосвязаны эмоции, переживания наши жизненные с конкретными болезнями? Конечно, связаны. Дело в том, что у всех людей есть эмоции. Мы это прекрасно знаем. Эмоции бывают, человек может осознать их, эти эмоции, здоровый человек, да? А когда человек заболевает, он свои эмоции не может осознавать. То есть он не находит, когда эмоции не находят выход, то есть тогда происходит заболевание тела человека. Вот какие мы, например, знаем эмоции, да? Это гнев, страх, вот радость, печаль, грусть. Это основные какие эмоции, которые испытывает человек. И самое, что интересное, что все наши болезни и все наши как бы последствия идут родом из детства, потому что многие эмоции в детстве подавлялись. Это особенно, когда говорят, вот мальчики не плачут, да, там, или сдержи слезы,
или что-то еще там. Да, ты настоящая там женщина. Да, ты не должна показывать свою истерику, там, свои какие-то эмоции. Ну, в принципе, если так посмотреть, даже, ну, не, даже как мы общаемся со своими детьми, да, мы очень часто пресекаем в них какие-то эмоции. Иногда нам стыдно, что эти эмоции проявляются на людях, например, да? Да. Или это просто дома, там, если у ребенка истерика, мы ее пытаемся прекратить всяческими путями, но при этом ребенок перестает внешне истерить, но замыкает в себе какую-то эмоцию. То есть происходит внутренний психологический конфликт, которому не был дан выход. Угу. Не зря же еще в 70-х годах 20-го столетия, наверное, всем известные факты, что в Японии, это впервые появилось в Японии, для того, чтобы сделать разрядку своим сотрудникам, вывешивались там или манекены, или портреты. Я помню, такое рассказывали, да? Да, боссов и так далее и тому подобное, да, каких-то неприятных людей, или... то есть... Или советовали дома возле телевизора держать поролоновый кирпич. Да, и бросать в телевизор. Да. То есть, особенно это касается негативных, активных эмоций. Потому что мы должны дать выход этим эмоциям. Не каждый человек может посетить психолога или психотерапевта, да, обратиться к нему, что-то ему мешает. Поэтому вот такие вот элементарные моменты, которые, да, можно нарисовать, представить себе или слепить с пластилина того негативного человека, который... Там угу. у тебя есть, не надо путать с куклами Вуда. Да. То есть, в черную магию мы не будем вдаваться. Говорить. То есть этот рисунок можно или порвать, или пластилин, почему хорошо, мы можем его смять, размять, выбросить, понимаете? Но туда уйдут наши негативные эмоции. Угу. То есть наши запреты, на кого мы злимся, кто нас обидел. Также можно и описать и положительные эмоции. Угу. То есть что-то... написать какую-то картину, разукрасить какую-то картинку или что-то смастерить. То есть нашу положительную энергию мы тоже отдаем во внешний мир, не задерживаем его в себе. Ну, можно немножко вернуться к детям, да, они более чувствительны в этом плане, что можно ли сказать, что если ребенок в семье часто болеет, нужно обратить внимание на... психологический климат, климат семьи, атмосферу, да. В семье. Да, нужно обратить на это внимание, потому что вот смотрите, давайте возьмем одно из заболеваний вот такой великой семерки, святой семерки психосоматических заболеваний, как бронхиальная астма. Угу. Что это значит? То есть бронхиальная астма — это невозможность высказаться. Подавление гнева, подавление плача в себе. Ребенок не может сказать, что у него происходит внутри. Происходит спазм. Противоречивые чувства, амбивалентные чувства, зависимость от матери, гиперопека мамы. То есть угу. каждый плач мы сразу пресекаем. Да? Да. Такое следующее заболевание... Совсем маленькие дети особенно, хотя... Уже объяснялось много раз, что это значит, они разговаривают, да, им нужно дать выплакаться, дать покричать. А ребенок начал плакать, мы ему соску, раз, все, он замолчал, мы довольны, все. Остеохондроз, что это значит, да? Например, это когда мы перестаем ощущать опору. Угу. Особенно это касается тех детей, у которых там неполные семьи, у которых нет отца. То есть мужчина нам дает опору. И если что-то происходит, то получается, что мы теряем эту опору, теряем мужественность, и получается, у нас страдает наш ствол. Ну а если у взрослого остеохондроз? Нужно смотреть, что у него было в детстве. Или, может быть, психосоматические заболевания, они приходят в взрослом возрасте. То же самое, что-то произошло с человеком, взрослым человеком, что он потерял опору под ногами. Да? Угу. Мы не зря же говорили в тех передачах, что почувствуете землю, да? Да, одно из упражнений было да. почувствовать опору, землю. Став полной ступнёй на землю. Землю, да. То есть и взрослый человек тоже может приобрести психосоматические заболевания, то есть в какой-то момент он не может дать, или общество не разрешает или он сам не может разрешить себе дать выход каким-то своим эмоциям.
И еще интересно, вот когда мы не даем выход эмоциям, то происходит алекситимия. Это вообще очень умное слово. Вы нас задавили лексиконом, врачи. Давайте расшифровывайте. То есть это сложность понимания и обозначения своих чувств и ощущений в теле. Давайте проведем эксперимент маленький. Марина, можно? Ну, давайте, только аккуратно. Аккуратно. Попробуйте представить себе, желательно это, конечно, закрывать глаза, но мы, так как у нас связанные... Вот я сяду ровно, да, представить себе эксперимент. Приятные какие-то моменты в жизни. Я закрою глаза, так удобнее. Что должно быть? Представьте. Представили? Да. А теперь опишите, что вы чувствовали. Можно открыть глаза. В теле. В теле. Ну, так как-то захотелось взлететь. Очень легкость какая-то и тепло пошло. Тепло пошло. Да. То есть наши положительные эмоции дают тепло в наше тело. Угу. Теперь представьте себе какую-то негативную ситуацию или тех людей, которых вы ненавидите, боитесь. Страх у вас. Ну, скажем так, о которых не очень приятно вспоминать. Да. Меня так как придавило к земле, можно сказать, сверху вниз. Наоборот пошло. Пошло наоборот. А вот какие-то ощущения тела были? Где-то закололо, где-то дискомфорт почувствовался. Ну вот, с одной стороны, оно-то так вот, оно как придавило просто... Как волной. Вот такой дискомфорт. То есть сразу у нас подействовало на головной мозг, который прошло сквозь тело, угу. Да? И вот для чего еще нужно вот те упражнения, что я говорила в предыдущих операциях, мы должны провести заземление с землей. Вот эта энергия, которая негативная, да, чтобы она не застаивалась у вас, например, в ногах там, или в нижних отделах тела, оно должно выйти в землю. Ну то вот, есть... наверное, поэтому и... Говорят ваши коллеги, и вы в том числе, что все плохое нужно оставлять, да, как какой-то тяжелый груз, который мы за собой тащим. Если мы постоянно будем вспоминать о тех людях, которые неприятны нам в жизни были, то получается мы снова привлекаем к себе этот негатив, который опять же сказывается на нашем физическом здоровье. На нашем физическом здоровье. Ну еще вот такой можно пример маленький взять. Да? Все мы знаем, как учатся студенты. Да. От сессии до сессии. Сессии, да. То есть во время сессии, там, ну, не во время, до сессии студенты ничего не делают. Ну, во время сессии, так это мы учили, это мы знаем, это мы расскажем. Нет, ну, более ответственные студенты, да, они начинают за день, за два до экзамена плодотворно учить учебный материал. Угу. И как они его учат? Днем и ночью. Что они при этом делают? Они пьют энергетики, питаются неправильно, пьют кофе или какие-то там успокаивающие таблетки. И что происходит потом? Особенно это когда зимой, да? Когда у нас организм, происходит ослабление иммунной системы организма. Угу. То есть человек после этого заболевает. Организм нарушен. Функции организма нарушены, какая-то буквально сквознячок какой-то или что-то, вирус, что-то попало, все, человек заболевает. И это очень часто случается. Ну, это можно даже, можно не брать студентов, а просто людей, которые там, например, работают, да, не жалея себя, они постоянно в работе, у них нет полноценного сна, они все время в переживаниях за работу. Да. И потом, в конце концов, мы ломаемся как механизм. Да? Если автомобиль, на нем постоянно ездить, он ломается? Без профилактики. Да, без профилактики, так и мы. Поэтому что для этого важно? Мы все прекрасно знаем, что у нас все болезни от нервов, да? То есть эмоции, они в выработке эмоций наши участвуют нервные вот эти все системы, да? Мы, например, знаем, что у нас есть симпатическая нервная система и... Парасимпатическая нервная система. Это что такое? Это то есть... Симпатическая – это симпатичная, а парасимпатическая – это пара симпатичных систем. Если мы возьмем, смотрите внимательно, да?
чувство неполноценности, инфантилизм, сверхкомпенсация, да, агрессивное состояние. Симпатическая нервная система указывает на активные эмоциональные проявления, то есть это гнев, радость, которые связаны с активностью человека. И если мы не находим выход нашим негативным эмоциям, таким активным, происходит враждебность и происходит у нас заболевание, психосоматические заболевания. То есть, вот, например, так, диабет, мигрень, да? Вот такие заболевания. А вот как этот вот выход? Надо найти выход. Это что, вот если я, например, злюсь или мне неприятно, мне нужно просто выплеснуть это эмоционально, словесно. Как это сделать? Это можно выплеснуть, почему говорят, что вот мы работаем, да, и нам нужен отдых, а парасимпатическая система отвечает за отдых, то есть за покой, за расслабление. Это грусть, печаль, например, да. Если она тоже не находит выход, то у нас происходят другие психосоматические заболевания. Для того, чтобы у здорового человека все взаимосвязано. Он активно работает, например, в течение трудовой недели и отдыхает. Прежде всего, головой. Да. А для того, чтобы отдохнуть головой, чтобы дать волю своим каким-то эмоциям, выплеску эмоций, если они собрались, что нужно сделать? Нужно поехать на природу. Если хочется что-то вместе с детьми побегать, поорганизовать, если хочется просто отдохнуть, пожалуйста, можно отдохнуть. А многие для отдыха используют дачу, физически тут труд тоже. Но смена деятельности – это тоже отдых. Да, и самое, что интересное, что вот многие женщины жалуются, да, например, есть работа, 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 а потом приходишь домой и еще раз работаешь. То есть, но… Бесплатно. Только бесплатно, да. Но подвох заключается в том, что почему женщина сильнее мужчин, потому что происходит смена деятельности, как бы там ни было, да? Сильнее в плане здоровья? Эмоционально, да. Сейчас мужчины на нас обидятся и начнут бросать в телевизор поролоновые кирпичи просто. Нет, кирпичи не надо бросать, просто происходит смена деятельности, и тогда мужчинам, вместо того, чтобы лечь на диван и смотреть опять негативные какие-то новости или передачи, да, нужно что-то сделать, произвести какую-то смену деятельности. Лечь на диван с ребенком и смотреть мультфильмы. И общаться с ребенком, да, эмоциональное общение с ребенком, да, идет. Вот тогда и происходит смена деятельности. И вот вы говорили о болезнях, которые вследствие каких-то наших переживаний возникают. А что вот если уже есть болезнь, да, вот мы не заметили, как мы привели к этому, и есть болезнь. Как выяснить, что здесь как-то замешана психосоматика, и как человеку психологически еще работать над своей физической болезнью? Хорошо. Тогда можно сделать, вот как мы сделали с вами упражнение, да, вызвать, если вы знаете о своем каком-то заболевании, вот сесть, расслабиться спокойно, закрыть глаза, представить себе это заболевание, какие происходят ощущения в теле, что происходит у нас, да, где болит, где покалывает, может возникнуть какие-то эмоции или воспоминания, с чем это может быть связано, когда мы думаем об этой болезни. То есть, если виноваты там, например, какие-то наши родители, наша семья или что-то окружение наше виновато, постараться здесь провести с собой такую работу, как прощение. Мы же говорили, помните, на тех эфирах мы говорили, что если кто-то нам нанес в прошлом рану, постараться поговорить с этим человеком или, по крайней мере, написать письмо. Вот этот выход эмоции, которую мы дадим в написании письма, это будет первый шаг, конечно, к выздоровлению.
можно так сказать. Но нельзя при этом забывать, я не говорю забывать о лекарствах и о посещении врача. Да, потому что все сейчас начнут писать письма и перестанут ходить к врачу. Это заболевание. То есть мы должны в первую очередь сдать анализы, посетить врача и потом разбираться как бы в себе. А возможно человеку самому разобраться в этом? Или нужно все-таки к специалистам обращаться? Ну, рекомендуется больше, конечно, обращаться к специалистам, потому что как бы специалисты, которые работают с этим, уже знают на примерах, что и как можно задействовать. Они используют специальные техники, владение своим телом, какие-то арт-моменты, да, выплескивание эмоций. Что-то еще использовать, танцевальную терапию, да, и поэтому лучше обращаться к специалистам. А как самому настраиваться вот во время того, как ты заболел? Как, кроме того, что там пишем, проговариваем, вот вообще какой настрой человека психологически способствует выздоровлению? Только позитивный. Только позитивные. Не зря же врачи говорят, если ты заболел там простудой, да, она проходит за 7 дней, да, а с cold flu, например, за неделю. То есть одно и то же. То есть если только позитивный настрой, только позитивные эмоции, как бы там тяжело ни было, как бы нас не душил кашель, какая была температура, мы знаем, что это все пройдет, мы вылечимся, и поэтому... Позитив, позитив и еще раз позитив. Ну вот взрослый человек может себя настроить. Мы возвращаемся опять же к детям, потому что мы говорим о взрослых и о детях в этом плане. Мы говорили о том, что психологический климат в семье очень часто влияет на здоровье детей. И если мы все-таки заметили, что да, наш ребенок начинает болеть именно после каких-то ссор, конфликтов, именно из-за того, что мы там, ну, мы очень некоторые родители очень редко могут в принципе, понять, что происходит. И как все-таки, если заметили, что такое происходит, как себя вести родителям, чтобы их ребенок был более здоров? Болезни, психосоматические заболевания – это реакция на нашу окружающую среду. И защита от окружающей среды. То есть, если ребенок заболевает, он не хочет идти в детский сад. Он не хочет идти в детский сад. Почему он не хочет идти в детский сад? Что там происходит? Хочет быть с мамой. С мамой. Пожалуйста, гиперопека мамы. Почему он хочет быть с мамой? Потому что мама все разрешает или мама все за него делает. А в садике нужно быть Дисциплина. Дисциплина. Нужно быть самостоятельным. Хорошо, мама пересматривает, если она заметила это. Мама пересматривает свой распорядок дня, свое общение с ребенком, что и как можно наладить. В детских садиках, в школах есть психологи, можно проконсультироваться. Угу. Если происходят ссоры, да, неадекватные какие-то взаимоотношения, если ребенок хочет привлечь к себе внимание, то есть этим, что он заболевает, он привлекает. Посмотрите на меня, я здесь, а не вы там. Между собой ругаетесь. Обратите внимание на меня. Ну да, чаще всего в таких вот ситуациях дети начинают болеть, и все, забываются все ссоры, конфликты, и все внимание на ребенка. Ребенка переключается. Но это уже крайний случай, да, когда уже ребенок заболевает. Подумайте, что можно сделать для того, чтобы ребенок больше не болел. Значит, если вам так хочется поругаться или какие-то возникли разногласия, пожалуйста, ребенок к бабушке, ребенок в садике, ругайтесь себе на здоровье, да, если вам некуда деть свои эмоции. Не ругайтесь, папы с ребенком, футбол, мама с девочками гулять, в зоопарк, куда хотите, да. То есть вы должны найти выход тем негативным эмоциям, которые у вас происходят в семье, в другой стези. И нужно проанализировать, стоит ли вообще эта ссора того, что произойдет дальше. Может, она и не стоит того. Мы покажем свое эго, а страдают наши дети. Спасибо вам большое. Мы уже на завершальном этапе нашего эфира. И хотелось бы в конце, чтобы вы подытожили наш разговор, как не болеть физически из-за наших эмоций и переживаний.
Чтобы не болеть физически, то есть человек должен внимательно следить, как он мыслит, с кем он общается, то есть просмотреть свое окружение. Если какой-то неприятные вам люди в общении, да, в вашем кругу общения находятся, пожалуйста, можно или стараться избегать их, это общение, если нет такой возможности, ну как-то это общение снизить до нуля, к минимуму или до нуля. Пересмотреть свое отношение к труду и к отдыху. То есть все переделать невозможно. И мы это прекрасно знаем. Пересмотреть свои отношения, взаимоотношения в семье и с детьми. То есть ребенок заболевает, я еще раз напоминаю, он хочет обратить на себя внимание. И еще очень важно, да, как бы отслеживать те эмоциональные состояния, которые происходят у вас внутри. То есть, если хочется сказать что-то плохое, да, там кому-то, пожалуйста, скажите, но выберите образ. Не этому человеку, а просто образ возьмите. Ага, взять образ. Да, образ. Если вас переполняют эмоции, положительные эмоции, чувство любви, да, чувство благодарности. Скажите это человеку, от которого у вас эти чувства возникают. Но не образу в этом случае. Нет, этому случаю не образу, потому что мы должны делиться своими положительными эмоциями, и чем больше мы будем делиться, тем больше к нам будут они приходить. Мы прекрасно это знаем. Спасибо вам огромное. На этом позитиве мы завершаем наш эфир. Я желаю вам, чтобы вы были здоровы и счастливы. Вместе с Ольгой Алексеенко, которая нас сегодня консультировала как психотерапевт по психосоматике и психосоматическим болезням. Спасибо вам огромное. До новой встречи в эфире через неделю, через 2 недели. Мы всегда говорим в этой студии, в это время, в четверг, о том, как нам себя чувствовать лучше психологически, а и физически тоже. До новых встреч. До свидания.